In der Falle? Ah, uite. Când se va întoarce grupul de Parihama, mâine treacă. Когда вернется, когда вернется группа из Парикрамы, я думаю, что завтра. О să înceapă câteva zile la rând, o să fie festival time, adică o să fie diferite programe culturale. И начнется время фестиваля, несколько культурных программ. Ага. Și printre, de obicei, printre lucrurile care îi arată în în acea perioadă, deci este o ceremonie când ei duc cu elefanții respectiv, duc zeipețele în jurul campingului, în jurul templului. И есть церемония, когда на этих двух слонов садят божества, и они делают круги вокруг лагеря. E o procesie foarte frumoasă. Это очень красивая процессия. Я o să-i trimit la Arjuna Oraru, el o să vi-l trimite vouă. Я отправлю Арджуне программу, и он вам пришлет ее. Și atunci urmăriți și participați la acele programe culturale seara, deci o să fie diferite, nu știu, kirtanuri, piese de teatru, whatever o să fie acolo. И вы стараетесь участвовать в этих культурных программах, которые будут вечером, где-то часов 5-6, посмотрим. Bun, și acum o să încercăm să găsim gurukula, școală băieților și... И сейчас попытаемся найти гурукулу, школу мальчиков. Încercăm să găsim să intrăm. И пойдем. Te vede că s-a mai revenit. S-a revenit, da? S-a venit, deci, două pânze alea în minute. S-a fac plin la răcunie. S-a găsit, s-a fără. S-a Garișa,
Avem voie să filmăm, nu? Avem voie să filmăm. Haideți mai aproape. Здесь у нас хаты. Мы проснулись от занятий для мальчиков, йога, классы, физкультура. Тоже мальчики играют в баскетбол часто или футбол. Спортом занимаются. Вот. И сзади у нас наш коровник. Сейчас. Aici avem niște săli de sport, unde băieții care învață aici în Gurukula, deci fac diferite tipuri de sport și vedem Dan Ordar, deci el e bine din acest punct de vedere. Сзади там наш коровник, у нас мы содержим примерно 16 буйволов, не буйволов, а окс. Да, да, да. Вот, и... Буйволов. И у нас четверо сейчас коров. В спате я у гражд пентру 4 вакуци и 16 динеста оксен, как се спомен, арджуна. Таури, да, 18, 16 таури в спате. Вот быки, они работают на полях у нас. У нас есть сзади поля. Мы выращиваем свой рис, большую часть своих овощей, некоторые фрукты, мы это все выращиваем, тоже специи выращиваем. В спате мы имеем нечто кампури, где мы крещем орез, мы крещем диферите легуме, мы крещем даже контименты наши, которые мы используем для букатерии. Аджуна, можем дать девайс, пожалуйста? Да. Primul, al doilea? În ultimul. De sus? De sus, da. Pe zabavă. De celelalte. Așa și mai unul. O să-l conectez eu, hai, și caut altul. Probă, 2-2-2-2. Băieții învață să gătească de la băieții mai mari care au învățat arta respectivă de la cei locali și ei folosesc lemn pentru foc. Mai au și ceva butelii cu gaze, dar în general deci lemne pentru foc. Парафиналию с кухни тоже моем овощи здесь все тут а и что из окей да ну да мы сможем после того как мы обойдем они еще раз пройдутся пофотографируют потому что они ходят фотографируют они не слышат что ты расскажешь мне сейчас адис манкач адис не интеллигент маша. Acum ascultăm pe Dan Ordar și după aia când am terminat turul, atunci facem poze, bine? În начале мы слушаем, и потом у нас будет 5 минут, чтобы пройтись и сделать фотографии, и чтобы мы не мешали. Сейчас давайте послушаем. Deci aici noi spălăm vasele, noi spălăm toate ustensilele care sunt folosite pentru templu, pentru iaghe, pentru zeități. Aici sunt folosite, fără mașini de spălat. А сверху вот в этой хате у нас storage unit, вот там все продукты мы храним, все, тоже все парафиналия, котлы все там находится. Aici e un gen de, cum se numește,
storage, deci un depozit, da, unde ține toate lucrurile pe care ei le folosesc, la gătit, la toate. Здесь наш храм, тут происходит большинство программ, большинство классов, мы имеем их здесь. Вот. Aici este camera noastră de templu, toate programele noastre, toate festivitățile care au loc aici în camera de templu. Мальчики тут проводят все пуджи, мангаларати, вот, делают пуджи шалаграмам. Băieții fac, aici au programul lor de dimineață cu Mangalarati, aici fac japa, aici îi fac, venerează zeitățile, sunt diferiți șalagram pe altar. La primul altar e unas Panchatattva, Shrila Prabhupada, Guru Parampara. Pe primul altar vedem Panchatattva, Shrila Prabhupada, Guru Parampara. В этом алтаре втором у нас стал Нарисимхадев, и другие формы Нарисимхадева тоже. Pe al doilea altar, deci noi vedem stana Narasimhadev care iese dintr-un pilon și tot încă câteva forme a lui Narasimhadev. И на третьем вот этом алтаре справа, который наше главное божество Лакшми Нарисимхадев. Și din dreapta vedem al treilea altar, este zeitatea de bază Lakshmi Narasimhadev care este venerat aici. На этом алтаре у нас Рада Кришна. Вот. Și mai avem un altar cu zeitățile lui Rada Krishna. Este loc pentru sacrificii, pentru iagni. Dar vă каждый день проводите их или в какой последовательности? Да, каждый день мы проводим яги два раза в день. Ага. Одну ягу побольше утром и маленькая яги проводит вечером. În fiecare zi, deci ei fac ceremonia asta focului sacrificial. De dimineață e o ceremonie mai elaborată și seara se face o ceremonie deja mai simplă puțin. Офисы учителей, всякие тоже книжки там хранятся, как библиотека. Вот, и так далее. Aici e o clădire mai nouă, care a fost construită recent, și aici sunt birourile diferiților profesori care le predau lor, librăria lor pe care o au ei și tot felul de aspecte tehnice, deci care, pentru care este folosită clădirea respectivă. Там мы моем персонали божеств, вот, стираем тоже их одежды и так далее. Вот, там... Давай пройдем туда, покажем. Может, там может пройти. Что? Здесь Сихотра Махарадж жил, да? Да, тут жил Сихотра Махарадж. Что сейчас тут? Просто музей? Ну, просто это... там храним разные вещи. Там. Ага. Ничего особенного. Вот, да.
Sotra Maharaj a trăit aici ultimul an și aici și-a părăsit corpul cu geapa în mână. Asta era camera lui care devotații au făcut-o special pentru dumnealui. Și aici e camerele de baie, deci unde devotații fac baie, de obicei, indiferent vară, iarnă, deci asta e, asta sunt condițiile. В этих хатах мальчики, они хранят свою одежду, свои книжки, все свои принадлежности. Им выдают шкафчики. Вот у них есть свои линии, где они вешают свою одежду, когда они их стирают. Și aici sunt locul unde băieții care învață aici, deci ei au dulăpioarele lor, unde își țin toate lucrurile lor. Aici ei spală hainele, le usucă și fiecare are ața pe care el își întinde hainele pentru uscat. Это была его комната с Сотра Махарадж здесь последний год прожил, и тут он оставил тело с джапой в руке. Преданные специально ему построили, чтобы тут было тихое место, чтобы он мог своей баджаной заниматься. Для него построили? Да, ну, Бхактивиде Пурна Махарадж тогда, да, для него построил. Там вот туалеты для мальчиков и тоже колонки, где мы принимаем омовение и моем одежду. Ага. Коло сунт вечеле пентру pentru băieți și acolo e, ei fac baie, deci tot camere pentru baie, ce, în ceritare aici ei spală parafernale pentru zeități. Și acolo mai jos unde ei fac baie, deci unde sunt dușurile pentru băieți. Это вот те же самые шкафчики, да? Да. Да. Видишь? Там Ирина. Ты свинись май, май лынгэ мине, суфиц. Ка мне грёв су ворбе старе. Значит, аста сэнт, унде штин баэци лукурле лор, айча иш усука хайнеле, аколо унко кладире ачелаш модел. Aici aveam un exemplu de puțin vastu și zeitatea lui Tulsi, Tulsi Maharani aici. Я больше не веду никогда группу, это последний раз. Окей. В этом здании есть место, где мальчики могут в свое свободное время отдыхать, и тоже тут проходит часть классов. Aici e locația unde băieții se odihnesc, unde ei studiază, unde ei învață. Deci sunt niște classrooms, deci unde ei își fac studiile. Также на втором этаже, на верхнем этаже, пространство, где храним все мариданги, все музыкальные инструменты, мальчики там тоже практикуются. Și la etajul 2, deci băieții își studiază muzica, acolo au clase pentru muzică, deci acolo sunt toate mridanga, toate harmoniile, toate instrumentele muzicale sunt acolo. А на крыше живет Бхактиарджуна Пратибхаванда Махарадж.
Și Prithivardhan Maharaj, care e headmaster la, la Gurukula, deci el își are cămăruța lui sus. Мальчики обычно живут дома сейчас, ага. Лет до 18, вот, но во время дня они свободно могут перемещаться, да. В этих круглых хатах мы храним зерно, угу. Обычно рис. Aici ești țin grinele, orezul, deci în căsuțele astea micuțe, deci în gen iarăși de, de storage, deci, cum ai spus tu? Depozit, da, pentru grine. Păi de asta sunt construite sus, să nu, să nu poată să meargă șuricei acolo. Да, мы минут 10, наверное, еще будем, пока они туда-сюда, пока их соберу, и мы потом пойдем. Спасибо тебе большое, Дандар. Да, будет хорошо, если вы будете группой проходить, да. Не все здесь делают. Да-да-да, мы сейчас, они придутся фотографии сделать, и мы группой идем. Спасибо большое, Дандар. Хари Кришна. Deci, de uitați, avem 10 minute, facem poze, bine, deci, dar mergem toți împreună, să nu mergem fiecare în, în diferite locații. Facem poze și după aia mergem, ok? Bine. Da, da, сейчас поскольку много маленьких мальчиков поступило, большая часть мальчиков лет 10 младше. Вот поэтому сейчас больше задействованы тоже рабочие, они поддерживают больше чистоту и так далее, тоже чинят больше, вот. И мальчики, они делают какую-то работу, служение по их возможности, да. Ну, не все. А в Гурукулу принимают с 5 лет. Экзамены, да, получается, входные, чтобы поступить? Экзаменов особых нет, просто... Минимум, как бы, который ожидается от мальчика, что он способен стирать одежду, ходить в туалет сам, самостоятельно. Вот, сам может потребность. И на английском, да, тоже? Английский не обязательно. Он в процессе может? Да, да. Вот, я когда пришел, я на английском почти не говорил. Вот, я во время просто поступил. Сколько вам было лет? 9. Нет, с 5. С 5 лет. С 5 до 12. Оканчивается обучение, когда мальчик он готов, он выучил все, что ему надо было на жизнь. Когда учитель видит, что мальчик готов, туда он ему дает. Да, да. Некоторые мальчики выпускались лет 25, некоторые 20. Зависит от человека. Но есть предел какой-то? Нет. Если есть желание, то мальчики не всегда могут остаться. Кто у вас на ранее? Было недавно, мальчику было 17 лет. Окей, кто хочет фотографии делать, идемте с алтарной и потом оттуда.
Иванова Нарасимов. Это с чем-то связано? Ну что, это мальчики? Всех Нарасимгадевов как-то традиционно сюда сдавали. Начинали в разных местах им поклоняться. Что-то сгорало, что-то разрушалось, что-то случалось. И они пришли к пониманию, что это не такая уж легкая форма, им должны брамачари поклоняться. Uh-huh. И поэтому собрали все формы, собрали, были собраны uh-huh. тут. Каждый день, 2 раза в день. Это способ поклонения божествам. И это поддерживает их, занимает их, поддерживает их угу. брахманическую культуру, атмосферу определенную. Угу. Хайди встречим Тоташаку Маммерс. Și ieșim pe acolo, ok? Amrita Ganga, poți să o chem pe cine acolo? Dare sau cine? Nu știu. Haideți să mergem împreună, deci. Ne-a rugat să mergem împreună, să nu. Nu, nu, vin încoace. Nu, nu, vin încoace. Vimala, poți să o chem pe Vimala Ferrer să fie. Deci el ne-a rugat să nu umblăm împrăștiați. Vreți să faceți poze, aveți 10 minute, mergeți împreună. Он нас попросил не разбредаться. Мы вместе ходим и делаем фотографии, окей? Поэтому вот сделали тут. Сейчас пройдем так же, как мы сделали круг, фотографируем и выходим. Потому что... В принципе, мы сегодня не должны были сюда вообще попасть, поэтому я не хочу их напрягать. Okay? Ей ау спуск Рамана Колу, не аштапта.
сразу, сразу. Okay, smile. Între 7 ani și 17. Не ломада, мы не идем туда. Ну, мы дадим вам воду. Мы не идем за водой, окей? Мы сейчас аккуратненько выходим. Is it okay if I'll make a picture? Yeah, thank you. Где Данурдар? Данурдар, где мальчики кушают? Вот здесь? Вот? Да, мальчики кушают. А эти же бейцы маленько, бейцы. Саша запижет, что маленько. Да. Парфридин Фрунзе, да. Видите, это Яли называется. Сейчас я расскажу, мы отойдем, я тогда расскажу. Особо по-истайскими, да. Данурдар, спасибо тебе большое. Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна.
Hai să stăm. Vreau doar două cuvinte să mai spun despre locația respectivă. Еще в двух словах расскажу вам об этом месте. Toată ideea acestei gurukula a pornit de la conceptul vedic despre educație. Вся идея гурукулы началась с ведической концепции об образовании. Haideți acolo. Deci toată ideea acestei gurukula a pornit de la conceptul vedic de educație. Так вся идея гурукулы появилась из ведического концепта, концепта об образовании. Educația vedică includea în sine nu doar educație din punct de vedere erudiției sau informației. В ведическом образовании не только эрудиция важна или обычное образование. Importanța era pusă pe dezvoltarea unui caracter. Нужно было развить определенный характер. Anumitor calități. Определенные качества. Și eu vreau să vă spun, acum un an, doi, deci gurukula arăta mult mai curată. Я вам хочу сказать, что год-два назад гурукула выглядела намного более чистой. Acum se întâmplă anumite perturbări, deci cumva гурукула se află într-o stare de tranzacție. И сейчас происходит изменение, гурукула находится в состоянии изменения. Și dacă înainte băieții trăiau tot timpul, ei trăiau aici, deci zi și noapte. И если раньше мальчики жили здесь день и ночь постоянно. Acum s-au făcut niște schimbări și ei sunt aici doar în timpul zilei. Сейчас произошли некоторые изменения, они находятся здесь только днем. Dar oricum toată ideea, conceptul a rămas. Но в любом случае идея или концепт он остался. Deci ei aici învață. Они здесь учатся. Ei gătesc. Готовят. Ei fac curat. Убираются. Ei își fac, ei își spală hainele. Стирают одежду. Ei aici învață. Учатся здесь. Și sistemul este sistemul piramidal, deci când băieții învață, băieții se află într-o, cum se spun, modelul de studiu este că tu înveți de la cei seniori și predai celor juniori. И они учатся по пирамидальной системе, то есть они учатся у старших и они обучают младших. Și în acest mod ei de mici copii învață să construiască relații corecte cu trei tipuri de persoane. И они с самого раннего возраста учатся строить отношения с тремя типами людей. Cu cei seniori. Со старшими. Prin respect. Через уважение. Cu cei juniori, prin grijă. С младшими через заботу. Și cu cei egali, prin camaraderie, sau cum se spune, prin prietenie. И с ровесниками через дружбу. Și Шримад Бхагаватам spune că, de fapt, persoana care nu știe să construiască acest gen de relații cu trei tipuri de persoane suferă ca rezultat al depresiilor, singurătății în viață, pentru că asta este punctul lui slab. И в Бхагавад-гите говорится, что тот человек, который не умеет строить отношения с этими тремя типами людей, он находится в депрессии, он живет одинокую жизнь, потому что он не знает, как строить отношения. Да, это не в Бхагавад-гите, а в Шримад-Бхагаватам есть стих.
Și versetul din Bhagavata îmi spune că o persoană care este capabilă să construiască relații corecte cu trei tipuri de persoane, el este o persoană fericită care depășește toate tipurile de mizerie în viață. И если в Бхагавад сказано, что если человек знает, как строить отношения с тремя типами этих людей, то он живет счастливую жизнь. Prin urmare, deci accentul este pus în școală nu atât pentru a dezvolta băieții din punct de vedere al erudiției. И таким образом идея этой школы не сделать детей эрудированными. Dar din punct de vedere al dezvoltării caracterului lor. Но для того, чтобы развить их характер. De a dezvolta anumite trăsături al caracterului. Для того, чтобы определенные черты характера в них возрасти. Și în special este vorba despre calități brahminice. В особенности идет речь о брахманических качествах. Prin urmare, de asta ei au aceste sacrificii în fiecare zi. И поэтому они делают жертвоприношения каждый день. Deci tehnic din școala asta ies brahmani curați. Технически из этой школы выходят чистые браманы. Care știu să facă toate ritualurile, toate sacrificiile, ei știu să țină lecții, știu să predice, știu să țină kirtanuri și așa mai departe. Браманы, которые знают, как производить определенные ритуалы, как делать жертвоприношения, как проповедовать, как петь киртаны и так далее. Sama, Dama, Tapaksha, Ucham, Kshantir, Arjavam, Evacha. Krishna descrie în Bhagavad Gita aceste calități ale unui brahmana. Krishna описывает в Bhagavad Gita качества брахмана. Datorită acestor calități, devotatul apoi devine un discipol foarte bun. И благодаря этим качествам преданный становится очень хорошим учеником. Da, pentru că fără calități brahminice este foarte greu să se organizeze timpul. Потому что не имея брахманических качеств, очень сложно организовать время. И greu să stăpânești simțurile. Очень сложно контролировать чувства. Что dacă nu poți să ai grijă de tine, cu siguranță nu o să poți fi un sprijin pentru alte persoane din jur. И если ты не можешь позаботиться о себе, то, соответственно, ты не сможешь позаботиться о тех, кто тебя окружает. Dar brahmanii de obicei reprezintă o inspirație și un sprijin pentru celelalte clase al oamenilor. Но обычно брахманы представляют собой основу и поддержку для всех, кто их окружает. Я мав вот много приятелей, которые învățat aici. У меня есть много друзей, которые обучались здесь. Данурдар, deci el e fiul lui Gopishvara cu Vrajlalna, doi prieteni de-a noștri. Данурдар это сын Гопишвара и Враджлалны, наших друзей. Sunt mulți băieți care au învățat aici, inclusiv Dananjaya care a fost pe la București, vă l-ați văzut. И здесь очень много людей, которые закончили эту школу. Și chiar dacă unii dintre ei au învățat doar un an sau doi, и некоторые из них обучались только год или два, totuși ei au primit un anumit sistem de valori care îi ajută acum în viață foarte mult. Они получили определенную систему качеств, которая помогает им в этой жизни. Deci asta au fost doar câteva cuvinte despre care e toată ideea acestei școli. Это всего лишь несколько слов о том, какова основная идея этой школы. Și acum fiind festival time, deci Gurukul așa arată mai cum arată. Băieții sunt băieți până la urmă. И поэтому сейчас, когда время фестиваля, Гурукула выглядит так, как она выглядит, потому что мальчики, они все-таки мальчики. Dar băieții oricum astăzi sunt prinși cu ei. Au o repetiție pentru piesa de teatru pe care o să arate fie mâine, fie poimâine, deci zilele acestea. Но они сейчас заняты в подготовке к театральной пьесе, которую будут показывать сегодня или завтра, эти дни. Altminte sunt cam 50 de băieți aici. А в другое время здесь около 50 мальчиков. Cel mai mic era fiul prietenului nostru, Indranat, cu Akarshani. Deci pe el îl chema Shyam. Și ei l-au dat aici la 2 ani. Самый маленький ученик, который был здесь, его звали Шьям, это сын наших друзей, Индранат и Акашини, они живут в Австралии сейчас. И ему было 2 года, когда он пришел. Но он был в диком экстазе. И он здесь вырос,
И потом у них появился второй сын, он тоже, тоже здесь отучился. И примал фил шиан амвацат аич и лакрискут аич, а терминат гуру кулач. Дупайл доля фил тот аич амвацат, тот аконтинат студил аич. Чего антребарь? Вопросы? Бин, да, Арджуна. Da, eu am matematică, au istorie, e pe lângă asta, deci pe lângă obiectele obișnuite, fizică, deci ei au, nu știu dacă au chimie, dar ei au subiecte de acest gen, cu siguranță. Durează un an. Ei studiază, nu durează un an, ei învață de la 5 ani, de la 6 ani, deci în funcție de când intră până la 18 ani. Deci nu e ca un an calendaristic, cum se face școala la... Nu. Și ei învață sanscrita, de asemenea, iau studiile lor, bhakti shastri, deci tot felul de cursuri de ale lor. Это то, что мы с преданными обсуждали с нашим гидом, то есть как они учатся с 5 до 12, что они здесь не как в обычной школе отучаются, что у них есть также образование обыкновенное мирское, с которым они потом могут сдать тесты, поступить, если захотят. Вот все, что нам объясняли, сейчас обсуждал Арджуна с Гурудевом. Ага. Раньше они учились до 18 лет, сейчас они, похоже, поменяли немного. Мы спросили, они сказали, он сказал, что в зависимости от степени готовности мальчика, ага. Он может и в 17 лет закончить, а может и в 25 закончить. Ага. 17 самое раннее недавно выпустилось. Ага. Обучение 10 тысяч в месяц. При этом никто не ограничивает по возрасту, то есть можно остаться здесь. De ce nu se mai doar, adică pleacă seara acasă? De ce oare ți-a apărut această regulă? Băieții se mai certau între ei, deci se mai întâmplă că băieții sunt băieți până la urmă și s-au revoltat părinții. Și asta întotdeauna a fost problema majoră în Gurukula, intervenția părinților. Pentru că Почему мальчики не остаются на весь день в школе? И это происходит от того, что мальчики, они все-таки мальчики, они ругались между собой и начали родители вовлекаться во всю эту ситуацию. И это всегда была из давняя проблема Гурукула, что родители приходят и суют свой нос в их дела. Профессори повестал. Рассказывали учителя. Дечь, купил лейч 3-4 лунь куей. 3-4 месяца с ними здесь находится в Гурукуле. Копилу я абсолютно аскультатор, я форте концентрат по студию, дечь есть капабел организовать темпу, кяр даке еле есть миг. Когда здесь находится ученик вместе с учителями, то все хорошо, он очень послушный, он очень внимательный, он знает, как организовать свое время, все замечательно. Шнумал дай пе до саптамыни акаса. 2 недели дома побудет. De exemplu, în vacanța de vară. Например, на летних каникулах. Și el se întoarce varză de acasă. И все, он испорчен, возвращается из дома. Și îi trebuie iarăși o lună, două să-l pună înapoi pe picioare. 1-2 месяца длится, чтобы его снова поставить на ноги. Și el iarăși devine concentrat pe studiile sale. И снова он концентрируется на своих, о своем обучении. Și problema este că părinții au un rol foarte important dacă ei sunt devotați foarte buni. И родители играют очень важную роль в обучении ребенка, если они являются чистыми преданными. Dar dacă ei sunt devotați slabi, atunci copilul primește doza aia de, hai să spunem, de răsfăț, da, și atunci asta e. Но если родители не являются слабыми преданными с духовной точки зрения, то ребенок, они его балуют, он становится избалованным, и вот происходит эта ситуация. Și mai ales acum, în zilele noastre, deci când avem toate mișcările astea cu Me Too și cu alte lucruri de acest gen. И когда у нас были действия с Me Too? В наше время, когда, в очень сложное время, когда на Западе было целое движение, которое называлось Me Too, это когда женщины рассказывали о том, как с ними плохо обращались. И когда
Oamenii au devenit foarte sensibili la orice mică inconveniență, deci ei tratează lucrul ăsta ca asta e traumă pentru copil. И поэтому теперь каждый раз, когда слышат какие-то неполадки, что-то в отношении человека, в отношении ребенка, сразу считается, что это будет его травмировать на всю оставшуюся жизнь. Deci e încă în devenire, e gurucula și caută calea ei de a găsi acest echilibru dintre dorința părinților lor de a-i alinta pe copii și dorința profesorilor de a-i educa într-un mod corect. И поэтому Гурукула находится сейчас в поиске этого баланса между любовью родителей и между обучением у учителей. Которые хотят их строго воспитывать правильным образом, воспитывать в них качество. То есть родители хотят баловать, профессора, учителя хотят их образовывать. И нужно время, чтобы они нашли как-то какую-то золотую середину. Дар Ашаэ, дыш Гурукула кума тречен прогрессия ей, на эволюция ей. Поэтому Гурукула проходит через свои процессы трансформации и роста. Și în cadrul acestui proces de transformare s-au mai întâmplat și alte lucruri, dar eu nu o să le povestesc aici. И в процессе этих трансформаций произошли другие вещи, о которых я вам сейчас не буду рассказывать. Oricum, ea este, ea există, sunt 50 de copii acum. В любом случае, она есть, она существует, здесь сейчас учатся 50 детей. Și la Prabhupada spunea când odată devotații au vizitat Taj Mahal-ul în Agra. И Шрила Прабхупада рассказывал, что когда преданные посетили Тадж Махал в Агре, Pereții Тадж Махал erau incrustați cu diferite pietre prețioase. Тадж Махал был инкрустирован различными драгоценными камнями. Care, bineînțeles, britanicii le-au scos de acolo. Которые само собой британцы выковырили оттуда. Și devotația și ideea era că acele pietre prețioase iluminau Taj Mahal-ul din interior. А суть в том, что эти драгоценные камни освещали Тадж-Махал изнутри. Și discipolilor Prabhupada au venit cu ideea că și la Prabhupada poate și noi iluminăm templul în mod similar. И ученики Шрилы Прабхупады сказали, Шрила Прабхупада, возможно, мы также осветим подобным образом этот храм. Și Прабхупада a spus, nu este necesar. И Прабхупада сказал, нет, это не нужно. Pentru că devotații mei, ei sunt acele lumânări, surse de foc și de lumină care iluminează templele. Потому что мои ученики являются тем светом, теми огнями, которые освещают любой храм. Și da, eu vreau să spun aici, în Майяпур, deci e o comunitate complet de doar compusă din devotați. И здесь в Майяпуре общество создано только из преданных. Și dintre toți devotații, deci băieții ăștia care învață aici, ei chiar sunt juvaieruri. Из всех, кто находится здесь, мальчики, которые учатся здесь, они являются настоящими чем? Драгоценными камнями. Și voi să-i vedeți pe ei la procesia cu elefantul care o să aibă loc zilele astea. Sper să prindem orice cazuna. И вы увидите в церемонии со слонами, которые я надеюсь, что мы посмотрим эти дни. Dacă o să fie vreun sacrificiu, ei de obicei încantează mantre. Если производится какое-то жертвоприношение, они произносят мантры. Iau cumva rolul lor, e foarte cute, deci e cumva foarte simpatic. У них своя роль, это очень мило. Și astea sunt, cum să spun, asta e investiția noastră în viitor, băieții ăștia. Эти мальчики, это наша инвестиция в будущее. Am în vedere în viitorul Исконului. Я имею в виду в будущее Искона. Pentru că toate problemele pe care le avem noi acum la nivel de ISKCON, la nivel de societate, sunt legate de faptul că noi încă avem foarte multe calități de șudra în noi. Потому что сейчас у нас все равно еще очень много качеств шудр. Și din cauza asta sunt toate problemele, majoritatea problemelor pe care noi le avem la nivel de comunitate. И поэтому в нашем обществе так много проблем происходит. Dar Prabhupada spunea că măsura în care noi putem să dezvoltăm clasa brahminică care de lideri spirituali, ei vor avea impactul asupra societății. Но Шрила Прабхупада говорил, что когда мы создадим качество квалифицированных брахманов в нашем обществе, наше общество начнет меняться. Bine, dragi devotații, vă mulțumesc foarte mult. Хорошо, дорогие. А? Есть для девочек, там еще сложнее все.
Она уже вам написала, заботиться о своем муже. Это другой разговор. Да. Там сложно. Не спрашивайте меня. Я не живу здесь, я не могу вам это рассказывать. Я не в курсе и не хочу быть в курсе. Я приехал с передовой, раненый. Я хочу здесь залечить раны, а не услышать местные сплетни. Это не для меня. Это вы имели в виду из этой школы? Я ничего не имел в виду. Я не хочу на эту тему разговаривать. Не ту, про которую вы говорили. Нет, это в Америке. Преданные не смотрят новости, и хорошо, что вы не смотрите новости. Те, кто смотрит новости, в курсе. Аста знав остузи ушуары пенткуны нам, потому что не миримен Джаганат Мандир. Сегодня не был легкий день, потому что мы не смогли попасть в Джаганат Мандир. Дар, я вам авертизат, что о сфие тресфим флексибель, потому как у меня фестиваль тайм. Но я сказал, что нужно быть очень гибкими сейчас, потому что время фестивалей. Ага. Осе видем, унде осе меджем мы и не осе дискутаем ку Арджуна. Посмотрим, куда мы сегодня пойдем. Я поговорю с Арджуной. O variantă ar fi totuși să mergem la Jagannath Mandir, altă variantă mâine să mergem la casa lui Bhaktivinoda Thakur. Este variant să ieșiți la Jagannath Mandir sau să ieșiți la domnul Bhaktivinoda Thakur? Noi nu o să mergem cu deputații din Ungaria și vă spun de ce. Noi nu поедем с преданными из Венгрии, я вам скажу почему. Voi rezistați exact o oră. Вы только час можете выдержать. Deci după oră voi sunteți la pământ. Потому что после одного часа вы все, вы пластом на земле лежите. Călătoria cu deputații din Ungaria ar fi vreo 5-6 ore. А путешествие с преданными из Венгрии было бы где-то 5-6 часов. И nu vreau să mă dați în judecată după asta. Я не хочу, чтобы вы на меня в суд подали после этого. Deci, fiind grupul pentru începători, noi mergem în ritmul nostru. Потому что у нас начальная группа начинающих, мы будем в своем ритме двигаться. Și da, aici sunt foarte multe alte locații. И да, здесь очень много других мест. Dar ele, multe dintre ele sunt pentru devotații mai cu experiență. Но среди них много преданных уже с опытом. Многие места могут, из тех мест могут быть поняты преданными с большим каким-то опытом. Поэтому у нас группа из начинающих преданных, и мы в таком в легком режиме. Как бы будем идти в своем ритме. O singură rugăminte doar este când fiți puțin mai atenți când uneori apare o anumită dorință spontană de a vă povesti lucruri. И, пожалуйста, единственная просьба, будьте, пожалуйста, очень внимательны, когда появляется спонтанное желание рассказать вам о чем-то. Și deputații cumva cineva rămâne acolo, cineva rămâne în altă parte, e puțin greu să-i adun pe toți. И если кто-то был в одном месте и потом в другом месте, вас очень сложно вместе всех собрать. De ce noi să facem așa? Deci noi o să venim într-o locație, mergem și vă arătăm locul. И поэтому мы будем поступать следующим образом. Мы приезжаем на место, мы показываем вам место. Și după aceea voi puteți merge să faceți poze, voi puteți să vă oferiți plecăciunile voastre, rugăciunile voastre și așa mai departe. И потом вы уже сможете пойти пофотографировать, предложить ваши молитвы, поклоны и так далее. Și noi să alocăm întotdeauna câte 20 de minute, deci ca voi să aveți timpul vostru în locațiile respective. И мы будем стараться, чтобы у вас было около 20 минут свободного времени в святых местах. Dar o să fie și situații în care noi să fim condiționați de timp. Но будут ситуации, когда мы будем ограничены по времени. Și noi trebuie să mergem repede, deci o să avem orar. И поэтому мы должны будем двигаться быстро, соблюдая программу. Și de-aia vă rog să fiți puțin mai înțelegători. И поэтому будьте, пожалуйста, относитесь к этому с пониманием. Pentru că odată am avut niște remarci de gen, nu acum, dar anii precedenți. И потому что у меня были ситуации не в этом году, но в прошлые года. Я am plătit atâtea mii de euro, ca voi acum să-mi spuneți că eu n-am nici 5 minute ca să stau aici. Я столько тысяч евро заплатил, я не могу здесь даже 5 минут постоять. Deci asta e dinamica grupului și noi trebuie să-l înțelegem. Такова динамика нашей группы, и мы должны с ней считаться. Например, я вам сказал, что вы можете oricând seara să mai veniți în locurile respective, vă organizați câte 2-3 și veniți și mai vizitați.
Как я вам уже сказал, вы можете посещать эти места вечером в свое свободное время. Организуйтесь группой по 2-3 человека и идите. Dar oricum nu este ușor să conduci grupe. Но в любом случае не так легко руководить группой. Dar noi mergem bine, deci eu grupul nostru de acum e mult mai organizat decât celelalte grupuri pe care le-am văzut. Но наша группа намного более организована, чем другие группы, я это заметил. Нет, чем другие группы, которые я вел раньше. То есть не то, что мы самые лучшие тут в Майпуре, то есть нет, не об этом речь. Не лучше. Речь о том, что мы хорошо, то есть у нас дела идут достаточно хорошо. Сейчас боятся, да, что даст Кришна не лсат путин. А вот и мальчики, поэтому нас Кришна немножко оставил здесь посидеть. Și cel mai mic e în față, bineînțeles. Самый маленький в начале идет. Da, ai văzut și în templu, bineînțeles. Asta vă așteaptă în viața viitoare, dacă nu o să fiți atenți în viața prezentă. Это ждет вас в следующей жизни, если вы в этой жизни будете невнимательны. Значит, для чего я ворог сурмать принципы регулятора, чтобы сказать джапа бина, каса водучи сам лумя спиритуала? Поэтому повторяйте мантры внимательно, чтобы попасть сразу в духовный мир. Чтобы не возвращаться сюда, в Гурукула. Ей кусигранцы сент йога брашта, значит, девотать дин вецеле антерюаре. Они наверняка йога праштра, преданы из прошлых жизней. Care nu și-au terminat perfecțiunea și s-au întors acum pentru a continua mai departe. Которые не достигли совершенства и поэтому они вернулись сюда еще раз, чтобы продолжить свой путь. Și la Prabhupada spune acest lucru, că copiii devotaților cu siguranță au fost devotați în viețile anterioare. Шрила Прабхупада говорил об этом, что дети преданных, они наверняка были в прошлой жизни преданными. Și copiii devotaților care trăiesc în Майяпур și în Гурукула, nici vorbă de ce. А те, кто живут, дети преданных, которые живут в Майяпуре, учатся в Гурукуле, вообще никаких сомнений. Bine, acum, dragi devotați, toți merg și mănâncă unde vor ei. Сейчас кушать, идете кушать каждый, где кто хочет. Ieri, din păcate, am avut situația aia când era un singur tali în centrul mesii și 15 devotați flămânzi care se uitau la el. Sau se făceau că nu-l ved. Потому что была ситуация вчера, 15 преданных за столом, и один несчастный тали посередине, и все голодные преданные медитировали на этот тали и хотели есть, и делали вид, что они его не замечают. Și de-aia am vrut să închei tortura aia și poate a fost un moment așa mai delicat, dar îmi cer iertare dacă cumva m-am deranjat. Поэтому мне пришлось прекратить эти невозможные страдания, извините, если это было немного спонтанно. Dar cred că ei nu fac față la grupuri mai mari, de-aia o să mergem fiecare în diferite locații. Но они не могут обслуживать сразу много человек, поэтому давайте пойдем небольшими группами, каждый куда захочет. Bun. Și mâine Arjuna o să vă scrie și o să vă anunțe unde mergem mâine. И завтра Арджуна напишет вам и скажет, куда мы поедем завтра. Ceva întrebări? Вопросы? Арджуна, că tu a vorbit cu vrinde miercuri. Nu, n-am vorbit asta. Am încercat chiar să sunt și așa, probabil nu. Trebuie să mergi. Asta seara o să vorbesc pentru miercuri. Da, pentru miercuri vrem să mergem în Calcuta, cei care sunt în stare. Я хочу встречу, чтобы мы поехали в Калькутту, те, кто может. Те, кто чувствует, что у них будет силы целый день провести на ногах. Cei care simt că o să aibă puteri pentru o zi în picioare. Eu vreau ca noi să vizităm. Я хочу, чтобы мы посетили. Ultadanta Joint Road se numește, называется, вот так называется. Это место, где Шрила Прабхупада встретил Бхактисиддханту Сарасвати первый раз. То есть локация, где Шрила Прабхупада l-a întâlnit pe Бхактисиддханта Сарасвати prima oară. Și după aia, dacă nu este departe și va fi, din punct de vedere logistic, posibil să vizităm de asemenea locul nașterii lui Шрила Прабхупада. Если будет возможность, мы также посетим именно само место рождения Шрилы Прабхупады. Și după aia era în program, era ceva шопинг, dar asta încă e de discutat, să vedem. Еще в программе был шопинг, но это мы еще обсудим.
Poate o să dedicăm 2-3 ore, dar deci o să facem așa, aveți 2 ore, magazinul e a vostru și în 2 ore ne întâlnim, sau 3. Ну, будет таким 3, образом, да? 2 или, вот как говорит Анастасия, 3 часа, и вы можете ходить по магазинам. У нас будет 2 или 3 часа, вот там же Ганга поправила, что 3. Да, потому что женщина набирается энергии обычно в таких местах, поэтому нам надо их заправить будет завтра. Вернее, в среду. Бон, дэч кам астай, пентру астас. То есть сегодня до вечера? Сегодня free time, все. Вы делаете, можете пойти на Гангу, можете съездить еще раз в йога-пит, можете вечером пойти на это, самое главное, авеню, где продаются очень все вкусняшки и все, что хотите, и там, в общем, место встречи, которое нельзя изменить. Поэтому вы, каждый, кто хочет, куда хочет, уже может пойти. Берегите энергию также, чтобы вы не уставали сильно. Завтра информация позже будет. Да, чуть-чуть позже мы поговорим с Арджуной и посмотрим с точки зрения логистики, как это будет. Туда, куда мы должны были съездить, по-моему, в Риту-Двип, там было где-то 5-6 мест на расстоянии в 2-3 километра. Первое место на расстоянии в 5 километров. Вы бы точно не выдержали, поэтому... Cei care vin care sunt prima oară în India, voi așa învățați, încet, încet o să intrați în ritm și deja anii viitori o să vă fie mai ușor. И те, кто в первый раз приехал в Индию, вы сейчас адаптируетесь, и вы увидите, что с каждым годом вам будет все легче и легче. Да, вы войдете в определенный ритм, и с каждым годом будет легче посещать такие парикрамы. Bun, dragi devotați, atunci, that's it pentru astăzi, vă mulțumesc mult. Спасибо большое, дорогие преданные, на сегодня все. Hare Krishna. Shiva Prabhupada ki jai. Так, это дракон, это ведический или нет? А, эти драконы, Дарья, надо чуть-чуть еще доперевести. Да? Deci acești monștri pe care îi vedeți acolo, la intrare, эти deci pe scări. Monștri pe care îi vedeți там на лестнице перед входом. Ei sunt niște Yakshas. Это Yakshas. Yakshas au funcția de a proteja vastul și de a proteja clădirile. Yakshas они защищают vastul, они защищают здания. Plus fiecare mecanism are un Yaksha care este zeul mecanismului respectiv. Iată cum ar fi, de exemplu, acest telefon. И каждый механизм имеет своего якшу, как, например, этот телефон, он должен быть защищен. Un gen de spirit, un gen de duh, deci care e atașat de fiecare mecanism. Это определенный дух, который защищает этот механизм. Și dacă sunteți negligenți, de exemplu, cu mecanismul respectiv, acest якша pleacă din mecanism și el se strică. И если вы невнимательны к этому якше, то механизм ломается, потому что этот якше уходит. Și aici eu țin minte, tot profesorii povesteau cum chiar și gălețele care ei le folosesc pentru gătit, ei întotdeauna le pun cu fundul în sus. Deci după ce au gătit, după ce le-au spălat, le pun cu fundul în sus. Oalele tot trebuie să stea cu fundul în sus de obicei, nu invers, cum aveam noi în vest. И все горшки, которых готовили, все кастрюли, они должны дном вверх быть поставлены. Не как у нас дном вниз, а дном вверх. Asta e un gen de respect față de acel якша, care răspunde de găleata respectivă. Это в знак уважения тому якше, который отвечает за соответствующую кастрюлю. То есть, даже если это простой механизм какой-то, таким образом... Дном? То есть, крышки недостаточно закрепить? Нет, дно должно быть вверху. Ну, ставьте крышку, я не... Суть... Просто должно быть закрыто. Закрыто, да. Суть в том, что эссенция есть такая, ведели на чест мод не мваться пиной суфим конштиенци. Веды таким образом учат нас быть внимательными, осознанными. Суфим конштиенци с инцеледжем, как спателе тутурор лукурилор се афле вьяце, се афле о конштиенце май элевата. Что за любой вещью скрывается жизнь, определенная жизнь, которую мы должны уважать. Скрывается разум, определенный высший разум, который мы должны осознавать.
Deci asta e din vastă, asta e vastă. Hare Krishna. Есть 1108 альтернатив чесноку в лечении. Поэтому если это вопрос жизни и смерти, и эти капсулы, это лекарство находится только в этих желатиновых капсулах, тогда да. Но если есть альтернатива, преданные должны брать альтернативу. То же самое касается лекарств со спиртом. Есть тысячи всяких альтернативных лекарств. Но если вот реально нету другого, есть только вот это на спирту, тогда жизнь преданного, здоровье преданного важнее. Вот. Но это мы тоже не злоупотребляем, что ну, это лекарство и как бы, на спирту, и мне можно, как бы все. Поэтому все должно быть благоразумно. Насчет спирта я слышала Бхакти Гьянгу Свами Махараджу, он сказал, в нашем организме образуется спирт. В процессе брожения, там спирт образуется, да. Он сказал, что это не так. Ну, я как добавление. Так, строго говорит, можно, если... Строго что? Ну, он сказал, что можно, если это нужно, потому что есть и аюрведические лекарства, которые тоже содержат спирт и вино. Да, поэтому я говорю, что если нет альтернативы, им. То есть можно, если им нет альтернативы. Но если есть альтернатива, и вы все равно используете спирт, потому что в нашем организме есть спирт, то это майя. Если нет альтернативы, да. Okay. А еще скажите, если на камешке упали цветочки, можно, чтобы вы алтарь украсили? Или они уже не годятся? Можно. Единственное, будьте осторожными, потому что преданные тоже используют эти цветочки в пудже. И когда мы куда-то приходим, эти цветочки, мы их там подбираем, собираем. Так, нам не дали разрешения на это. Поэтому сейчас ничего страшного, но в будущем, чтобы вы, если вы видите где-то цветочки, там даже если они упали, и нам кажется, что они небрежно лежат, лучше нам вести себя тактично. Deci, dacă o să mai vedeți în viitor floricele de acest gen, mai bine nu le luați, pentru că devotații tot le folosesc pentru puja. Prin urmare, mai bine să fim sensibili și dacă nu avem permisiunea, nu le... Acum e ok, lăsați-le deja, dar în viitor să știți acest lucru. Bun, Hare Krishna! Я вам переложу сумочку.